Всем здорова, ребят, с вами Ял. Сегодня мы идем дуо в Фортнайте вместе со старой пиратской бухтой. Эй, драйл я твою палубу. Я понял тебя. В общем, с Гейлычем мы сегодня идем играть дуо в Фортнайте, ребят. Приятного просмотра, поделитесь роликом с друзьями и досмотрите до конца. Погнали. Так, с нами были, типа, аккуратно. Подожди, мы не туда летим. А что, ты прям туда хочешь сразу? Тут нет Микеланджело, да. Что? Типа уже. Понятно. Понятно. Все, я понял. Он побежал. Конечно, в эту. Аппарат. Но я не попадаю, блин. Долбай. О, нокнул, успел. У меня 0 патронов, последней пули нокнул его. Прям возле люка он, слышь? Он к нам хотел. Понял. Сейчас, подожди, спокойно. На, чуть-чуть быстрее гал. Нет, тут игра такая, понимаешь, она не терпит. Не терпит промедления, правильно. Вон. Так это наш брат! Еще. Тут сплиндер еще, гал, убей его! Да ну, Гейлыч, ну убивать надо, ну ё-моё! Крыса. Да откуда? Он, я думал, там одна черепашка. Я вхожу, а там крыса вылазит из-под лестницы. Крыса проберется куда угодно. Не, ну это страшно было, прикинь, крыса из-под лестницы. Я видел, я с тобой в этой ситуации. Я в этой ситуации. Я в этой ситуации был с тобой, Гейлыч. Ты говоришь, как будто меня здесь не было. А ты видел крыс когда-нибудь вообще в жизни? Ты серьезно это спрашиваешь? Да, ну в смысле, ты вживую видел крысу, реально? Да, в смысле, а чё? А чё ты так говоришь, как будто это нормально, типа, видеть крысу в жизни? В смысле? А чё, а что там ненормального? Это не значит видеть крысу, Ялыч. Не, в смысле, я думаю, много кто не видел знаю, крыс. Не знаю, крысы... Эй, дай аптеку. Бери. Толя, ты крыса. Я просто один раз на этом... Чё-то иду по улице, крыса пробегает мимо. Так, и чё? Страшно, типа, они же страшные, ты чё? Ну ты резко взял, захавал, да, сразу? Нет, за ней побежал ловить. А, тут чел! Два! Да нормально, я в боксфайтах всю жизнь провожу. Понял. Это красава, он убежал, Второй на мне еще. Ай, нифига он урона наносит. Они убежали, слышь, они крысы. Пойдем за ними? Не, ни в коем случае, ты чё? Ну ты спохирься. Я могу только пиццу купить. Я же Микеланджело. Бери сейчас пиццу, да, возьми. Вот, ешь кусочки. А с этими, с шампиньонами. О, это... Почему шампиньоны синие? Реально. Если тебе нужны V-Bucks или наборы Fortnite, пополнить Steam, забрать любую игрушку из PlayStation или Xbox Store, это можно сделать в моем телеграм-боте YalSquadBot. Чё, как думаешь, они придут к нам? Они ждут, да, они ждут просто. Да пошли выйдем с другой стороны. Давай просто. Давай выйдем, да. Погоди. О, подожди, только снопу тут есть? Вот это, блин, это не снап, а... Да вроде нет. А, они сперли снопу, уроды. Ладно, пошли бить их тогда. Только давай прям, ну, бить, а не посасывать. Ну, это уже тут как получится. Вон они. Одного нокнул. Хорош, Гейлыч, аккуратно. Я его несу, Гейл, тебе несу. Что ты хочешь с ним сделать? Это не Эйприл, зачем ты ее несешь? Что ты хочешь с ней сделать? Да вообще из другой вселенной, Ялыч. Ну не вот наша что, тема. Что бы ты с ней сделал? Рассказывай. Вот был бы Кейси. Что бы ты сделал с Кейси? Эй, ребята, что нам с ней делать? А, вот. Ой. Все. Ну ладно. А вон, типа, смотри. Давай туда, Гэл. Видишь? У меня нет импульса, если что. У меня тоже. Просто на своих двоих давай. Два типа, это видишь? Они, кстати, наверное, а это какие-то приколы какие-то, видишь? Да. Это приколы, да. Это чисто фортнайтовские приколы. А вот еще, видишь, да, левей. А еще, тут еще. Да-да-да, это тоже приколы, Гэл. А, не, и там еще другой был, значит, наверху. Угу. Это другой прикол был. Так, отлично. Нам сейчас надо, смотри, Гэл, давай вот этих мужичков заберем быстро, залутаем эту самую. Помогай. Блин, да убери ты этот панцирь. Так у тебя тоже. У тебя что, думаешь, меньше панцирь, чем у меня или что? Блин, какой взять? Ладно, возьму вот этот. Я тебе фиолетовый чоколаж скинул. На мне он не нужен. Вот, тип на мне, смотри, бежит. Вон он убегает. А это тоже прикол какой-то. Да, убили. Тоже какой-то прикол. А где эти? Вот, пошли на вот эту штуку, смотри. Это, короче, airdrop. Надо забрать. Жаба, Гэлк, жаба, будешь? Нет. Это приколы. Одного ног. Хорош. Это приколы, Гэл, это приколы. Вот еще, вот еще. А это не приколы, а вот это уже не приколы. Да, понял. Улетает. Аккуратно. Он тебя бьет способностью. Аккуратно. Аккуратно, смотри, чтобы не снайпнул. У него способность. Да он слабак.
Почино, почино. Кто он без своей способности? Тули, тули его, тули его. Я пушу его, я его пушу. Я его пушу, я пушу. Это что такое? Это в тебя летит ракета, походу. На мне, он на мне, он на мне. Давай, 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 сейчас мы его загасим вдвоем. Смотри. Аккуратно. Почти нок, 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 нок. Да я его нокнул, я же сказал. На мне еще, на мне еще, на мне еще, гол. На мне тиммейт. Нокнул. Со стороны, еще нокнул. Лучший гол. Подожди, тут сколько их? Да я не знаю, я не знаю. Мне надо способность у того забрать. Короче, закрывайся, закрывайся по КД тут, они со всех сторон. Да я не знаю, они все лезут, да, что-то. Нокнул он, а, убил он там, вдали. Что, еще откуда-то стреляют? Еще? А, вон снайперы на 117, на 117. Так, способность забрал? Вообще не приколы. Понял, понял. Давай. О, еще и с другой стороны, с другой стороны тоже. Давай у тех заберем, давай, да, вот этих, кто стреляет, заберем. А на горе, на горе, на горе. На гору пойдем. Карась, карась, карась. 41 дал, вон там чел. 27. Позиция у нас хреновая. Я ему сейчас вот так, смотри. Бам, раз. Я тулю-тулю туда, ты можешь это, подкрепиться, смотри. Бам-бам-бам, видишь, летят ракеты. Смотри, чтобы сбоку ниоткуда не подстрелили. А, да, я знаю, да. Главное, чтобы тебя не подстрелили. Да я знаю, слушай, я нормально. Ай, сука, меня подстрелили! Серьезно? Больно, да, больно, жесть. А мне не попали. Я капусту ем. Блин, осторожно, тут еще сбоку откуда ты стреляешь. Пошли, давай, короче, уйдем, на джамп, уйдем. Вот здесь джамп есть? Где? А, давай, вот. Давай. Ну мы на кого? Я в зону. Да не, я тоже тут в зону. Еще, вот, тут типа, давай, давай, на вот этого, на вот этого давай. И вот, да. Я лечу на него. Хорош. Осторожно, у него. Просто снайпы сбоку попали. Нокнул? Ялыч, закройся, я хилюсь. На тебя строится уже. Он скинул мне эти Рафаэля штуки. На тебе нужно брать. Осторожно. Да. Бери вот эти Рафаэлевские. Ооо, имба. А я снапу возьму. А, у нас сзади прям, у нас сзади. Осторожно. Вижу. Сейчас попробую. Мать, со всех сторон тулят коробку. Ага, они объезжают куда-то. Иди сюда, давай ко мне, вот сюда, сюда. Пока все нормально вроде. Да блин, надо мной тип! Охереть, он надо мной! Поднимайся. Я сейчас его загашу, он меня бесит. Я над ним. Я его ебнул почти. Дал ему дэмэдж. Еби его, гэл. Он ушел куда-то, не знаю куда. Вниз упал. Вниз упал. Да ёптерный театр, мы тут еще понастроили столько. Я тоже, я нихера не понимаю, скажи. Я не знаю, я не слышу, главное, даже никого. Вон еще типы. Стой, где-то над тобой как будто. Не попал, ну ладно. Надо мной? Да, звук только что был, он топает где-то в наших боксах прям. Собака, где он? Да я не знаю, блин. Тут большинство наших построек. Ай, а меня опять слабит. Блин. Меня бесит уже. Видишь, откуда? Нокнул, который на нас нокнул. Лучший игрок, галочка, красавчик. В нас это, слышишь, артиллерия работает. Блин! Давай отойдем, Гэл. Надо в зону. На нас медальон где-то. Кстати. Надо в зону. Я вот сейчас пушу. В зону, Гэл, можешь? Да. Давай. Ё-моё, как они... тут все. Бот нам скажи? Началось. Одни боты были сначала, теперь да одни это да, эти. Да это мои забей, это мои паблики. Мы эту игру выиграем. Иди в зону, ты видишь зону? Подожди, меня атакуют. Вижу, я сейчас попробую, снайпить его попробую. Не попал. Уходи, Гэл, уходи, просто я уйди. Наверху, я... Живи, у тебя хп нет. Да я понимаю. Едет, под нами прям. Понял. Зажать, надо зажать, да. Аккуратно, тот может снайпить. Слышь, нас дал здесь. Вот этих давай добьем. Надо взорвать их нахер. Как они все вообще... Да это ФНКС, забей, это ФНКС у нас. Просто... Блин, как я не попал. Нокнул, вот здесь. Я пушу, Гэл. Давай, его резать свой идет. Давай, вдвоем залетаем в бокс к нему. Давай. На мне. Тули его. Да твой тиш. Но белый. Он улетает. Он улетел. Где? Не вижу. Убил, все. Найс. Хорош. Ты снайпнул? Да, я его снайпнул. Смотри, поезд проехать не может. Реально? Да, не, в смысле, проезжает нормально. Так, медальоны забираю. Тебе нужны эти рафаэлевские штуки? Не надо. Я в зону, Гэл. Блин, а катка сочная пока. Сочная, да. Возьми бигу одну, я тебе кинул. Ага, давай. Ой, трехочковый, хорошо. Прям тебе, да, в кормушку. Бротик прям тебе попал. Зона же. А, Ялыч, тут прям перед нами где-то, типа, осторожно. Вот тут сидят. Ага, вон меня снайпит. Знаю, что многие из вас испытывают проблемы с поиском тиммейтов.
и хочется как бы вечерком сесть, зачилиться, поиграть в Fortnite или в любую другую игру, но с кем? Непонятно, что делать, где искать тиммейтов? Вот здесь, в нашем Discord-сервере. Ребят, заходите, спускайтесь вот сюда в игровые войсы, и здесь есть чат-тиммейты. И здесь все максимально подробно расписано. Можно найти тиммейта по абсолютно любой игре. Но помимо того, что вы можете просто найти тиммейта, да, нажать, допустим, дуо я ищу, да, хочу найти дуо, вдвоем поиграть с кем-то, бот меня отправляет, создает мне канал. И вот здесь вот есть чат. Можно открыть чат. Вот, допустим, ко мне уже кто-то подконнектился. 8:46 утра, а здесь люди играют. В общем, вот здесь вот отправляется вам сообщение с бупом. И вы можете выбрать, по какой игре вы хотите осуществить поиск. Допустим, по Fortnite. Нажимаете Fortnite, и вот сюда отправляется ваша заявочка, да? То есть я уже нашел тиммейта, то есть мы уже играем. И отображается рейтинг. Вот что сделать, чтобы отображался рейтинг? Вы заходите в чат «Привязать Unite», и здесь тоже вся инструкция есть. Вам нужно просто линкануть аккаунты, и у вас будет отображаться рейтинг стрекера Fortnite. Допустим, вот есть Unreal, да, у человечка. Элита. То есть вы можете как бы искать тиммейтов по рейтингу, и не только по Fortnite. Сейчас доступен поиск по рейтингу Apex'а, но вам нужно привязать Steam. То есть заходите в интеграции, и вот здесь есть Steam. Привязывайте, и как бы все, у вас выдаются роли. Все очень удобно. Под вечер, кстати, здесь сидят по 200 человек. Поэтому пользуйтесь, надеюсь, это поможет вам найти тиммейтов. Нам надо в зону лучше зайти, слышь? Позицию занять. Ну ты красава, Галыч, ты не умираешь. Мне нравится, что ты живешь. Слушай, да... Так-то ты тоже молодец. Не, ну мы что-то прям потеем, конечно. Да, да, да. Так, ну я тех просто закрою, там еще в городе. Давай. Бам! Можно, Гэл, можно. Перед носом, видишь? Ой-ой-ой. От сука, лянь. Забей. Я закроюсь, да. Херню этой стреляют теперь. Они не по нам, что ли? По нам, они или нет. А где она? Да куда-то улетела. Блин, 5 человек осталось. И вот эти прям какие-то потные, конечно. У них еще ракеты эти. Такой прикольный тип, он редачит стенку, типа, понял? Делает, чтобы видно было и целится через нее. Ну, он еще, он ждет, он, короче, сразу целится, он ждет, чтобы ты с да. ней снайпнул. Да. Ну, то есть... У него прям прицел горит за стеной. Я видел. Ну, нам в зону, кстати, слышь, а как тебе идея сюда переместиться? На этих штуках. Да, она не в зоне. А, или в зоне. Она ближе к зоне. Она вообще в зоне? Да, она ближе к зоне. О, я как раз прям на нее упал, Гал. О, идеально. Смотри. 116 вот здесь. А, ротейтнулся. Еще 116, по второму 116. Гаси. Соси. Ай, пошел, они вон за стенкой, за домом. Да. Под нами, под зданием, чел бегает, прям под нами. Угу. А это соло, нам надо этих убить. Это соло да, один. Да, нам этих надо. Сперва этих, потом этого чела. Точнее, его. Слушай, вообще я не трогаю. Я пошел. Давай. Они хилятся, блин, у них шампанское есть. Я блин, здесь... у меня, кстати, ресов не так много. Выстраивайся в зоне. Я уже в зоне. Броню сбил одному. Блять, ты серьезно? Снайпнул тебя, да? Один тик зоны меня убил. Играли же нормально, что началось? Ну мне пофигу, ладно, у меня хп больше станет, наоборот. О, 30, все, живем. Блять, мне пизда. А, не пизда. Одному броню фул сбил. Последний бил остался. Блин, я его нанчаками сейчас тогда отхожу. Последний, давай. Все, я убил. На мне. На меня тип поднимает. На тебе, падай ко мне в воду. Давай. Кавабанга! А, не работает, понял. А где он? А, он на меня поднимается. Где он? На мне поднимается. Зачем он выстраивается на меня? Сбивай, Гэл, можешь сбить? Сбивай его нахер. Он сам упал? Да. Слушай, блин, какая сущная катка, Галыч, 10 киллов, да. Нифига! Я давно так не играл, что за дела вообще? Не, у нас лобби хорошее было такое, знаешь, вроде не супер киберы, да, но в то же время потненько было. Да, потненько.